Внимание абонентов ЛРТ! Оператор связи ООО ЛРТ предоставляет пакет каналов в цифровом и аналоговом вещании. Для того, чтобы принять пакет каналов в цифре, необходимо произвести перенастройку телевизора. Выберите в разделе «Меню» «Настройки», затем «Каналы», «Ручную настройку» или «Автопоиск». Далее уберите галочку в окне «Эфирное ТВ» и поставьте ее в окне «Кабельное ТВ». Далее нажать «ОК», выбрать «Другие операторы» или «Иное», если ваш телевизор это предлагает. Снова и в дальнейшем выбирайте «ОК». Система произведет поиск каналов и расставит их в соответствии с сеткой вещания телеканалов ООО ЛРТ. Телеканал ЛРТ «Люберецкое телевидение» находится на 22-й кнопке. Вещание производится круглосуточно.